Поезд с болельщиками врывается на платформу в облаке тополиного пуха. В июне в Казани всегда так, а вот большой футбол впервые. Казань is a beautiful city! И эту красоту им еще предстоит увидеть, ведь все, что до этого, только по картинкам в интернете. В 15 вагонах поезда Москва-Казань 600 болельщиков. Они из Франции, Австралии, Мексики и Китая. Куанг и Нинг из Китая болеют за Францию. В России представляться будут Антоном и Юлией. Так проще найти здесь друзей. Специально приехали за 2 дня до матча, чтобы успеть Казань посмотреть и обрести новые знакомства. Очень красивый город. Очень нравится. Погода. Холодно? Нет. Нормально. А болельщики из Австралии приехали всего на 3 дня. Уедут после субботней игры своей команды. Мы в поезде немного проголодались и первым делом хотим попробовать татарскую кухню. Мы им посоветовали обязательно попробовать эшпешмак и губадью. Наш разговор с австралийцами перебивают туристы из Гонконга, хотят показать свой уникальный сувенир. Приглядевшись, мы поняли, это копилка. Первые французские болельщики уже в Казани, и я хочу сказать, что ощущаю себя прям как на футбольном стадионе. Вот теперь можно. Линар Гинатулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.